Hello, ladies and gentlemen. We start a press conference after tonight's match here with you, our head coach Michael Skonios. Feel free to ask questions and first introduce yourself. Your questions. So maybe I will be first. Okay. I would like to ask you, could you describe this match? Because in my opinion, it was a strange game. What do you think about it? Я ничего странного не вижу в этой игре, потому что у нас изначально был план, и мы понимали, что мы больше будем обороняться, вот, и хотели быстро выходить в атаку. И если я, в принципе, доволен игрой в обороне, то сегодня у нас вообще не получилось, ну, атака. Хотя были хорошие ситуации для того, чтобы выйти, выбегали и полузащитники, но не хватало первого паса. Все время почему-то команда стремилась играть назад. Вот, и ну, потому такая, может быть, для вас это странная игра, что команда одна защищается, вторая атакует. Ну, у нас просто, еще раз говорю, хотя это у нас одна из сильных таких черт, но сегодня вообще не получилось. Ну, главное, что интрига сохранилась на следующий матч, и мы приложим все усилия, чтобы реализовать это. Dla nas to nic dziwnego. W tym meczu plan był taki, żeby dobrze bronić i szybko wychodzić do przodu. Mogę powiedzieć, że obrona swój plan wykonała bardzo dobrze. Troszeczkę gorzej to wyglądało z przodu. Dobre okazje mieliśmy, rozgrywając piłkę w pomocy, ale cały czas trzeba było ją cofać do tyłu. Naszą silną stroną jest gra w obronie i przede wszystkim w oparciu o nią realizowaliśmy nasze cele. I have a question about Piast Gliwice. Are you surprised like Piast Gliwice played? Because you watched earlier games of Piast Gliwice and tell me, are you surprised or you... Ну, в принципе, ничем. Я посмотрел где-то 4 игры, и, в принципе, они так и играли, с хорошим владением мячом и завершающими передачами в штрафную площадку. Вот. У нас сегодня, в принципе, ну, мы так не у нас сегодня впервые играла такая линия обороны. У нас два основных центральных защитника, один был... пропускал из-за двух желтых карточек игру, а второй буквально накануне получил травму, и нам пришлось выстраивать там новую линию обороны. Все 4 человека, они впервые играли сегодня, первый раз вместе. Вот. А от этого у нас поменялись во многих местах там позиции. Может быть, тоже это сказалось на нашей игре, но Пяск я... В принципе, ну, так как я думал, они так и играли. Piast niczym nie zaskoczył. Obserwowaliśmy 4 mecze Piasta i w tym meczu grali tak jak w tych spotkaniach, czyli długo posiadali piłkę, po czym była wrzutka w pole karne. U nas doszło do pewnych zmian, nie zagrali dwaj środkowi obrońcy podstawowi i trzeba było eksperymentować w linii defensywy, przez co musieliśmy szukać nowe rozwiązania w obronie i zmieniać ustawienie. To miało wpływ na naszą grę i nasze błędy. Who, in your opinion, is favorite to promote the next phase? Because Piast won, but they lost 2-2. Who is favorite to stretch? Piast won, but they still пропустили 2-2. Ну, я уже говорил, что интрига остается, как бы, и мы играем на своем поле при своих болельщиков. Но опять же, зная силу Пиаска, мы будем думать, как играть, что делать. Вот. Но единственное, что, конечно, там открытого футбола какого-то мы не будем,
Я еще раз повторяю, что такие игры, как вот сегодня, мы в Латвии не играем. Может быть, одна игра в год. Мы со всеми командами играем так, как Пятк сегодня играл. Ну, в основном. Потому что мы больше атакуем, больше это. И когда все время команда нас... Мы все время защищаемся и не выходим. Для нас это очень... Хотя ребята, я считаю, выдержали. Единственное, в концовке, да, вот... Там нельзя там все время обороняться, не играя в атаке. Там всегда будут какие-то ошибки. Вот, то есть посмотрим, как это. Ну, то, что Пяск сильная команда, я уже говорил до этого. И мы в Риге будем думать, как играть, чтобы ну, пройти дальше. Intryga wciąż pozostaje. Naszym plusem jest to, że gramy u siebie. Znamy grę Piasta, wiemy czego się od nich spodziewać. Łatwego futbolu nie będzie. Natomiast taki futbol jak my dzisiaj pokazaliśmy, to na co dzień też nie prezentujemy. W Lidze Łotewskiej maksymalnie jedno spotkanie na rok. Gramy w ten sposób, reszta to są spotkania, w których raczej przeważamy i gramy ofensywnie. W tym meczu, jeżeli nie patrzeć na końcówkę, to reszta meczu dobrze się układała. Piast jest wciąż silny i zobaczymy, co pokaże mecz w Rydze. Ja jeszcze dodam, że my za ostatnie 5 игр nie propustili ani jednego miecza. Проиграли Данлугу по пенальти, две игры на 0-0, и в чемпионате мы выиграли две игры на 0. То есть за 5 игр мы не проиграли, не пропустили ни одного мяча. Сегодня 3. Это говорит еще раз о силе команды. Warto też dodać, że w ostatnich 5 spotkaniach nie straciliśmy ani jednej bramki. Nawet w spotkaniu z Dundalk dopiero w rzutach karnych odpadliśmy. W ligowych spotkaniach również trzymaliśmy się na 0, natomiast no dzisiaj niestety straciliśmy aż 3 bramki. I have question, which player from Piast do you want to have in your team? Надо подумать, как в состав вместить, но мы когда готовились к игре, мне очень нравился Валенсия, 18 номер, да, который видно, что он ведет игру и может и отдать пас, может и сам решить момент. Вот. Потом во всех линиях есть сильные игроки, которые, я думаю, в любой команде сыграли бы хорошую роль. Я не буду сейчас по фамилиям говорить, да, но... Tam очень много хороших игроков, и я думаю, что они в любой команде играли бы на хорошем уровне. Analizując mecz, zwróciłem uwagę na pewno na Valencię, który dobrze prowadzi grę, podaje, egzekwuje. Natomiast no, w każdej linii znajdzie się dobry piłkarz w zespole Piasta. Każdy by się sprawdził w mojej drużynie. No more questions? Okay. Один польский нападающий есть у вас в команде, Камиль Белинский, но его сегодня в основе не было. Почему? Ну, Камил ну, хороший нападающий, но он своеобразный нападающий. Он, когда команда играет вот с такими соперниками, я считаю, ему трудно. Он играет тогда, когда у нас ну, команда много атакует, когда... Работают фланги, когда много моментов в штрафной площадке, вот там, да, он в штрафной площадке, он там может, он чувствует момент, он может на опережение сыграть, добить, то есть у него есть ну, голевое чутье, но когда приходится вести вот такую тяжелую борьбу, как сегодня, большие расстояния покрывать, где-то назад возвращаться, страховать, он все-таки ну, не выдерживает конкуренцию с другим нападающим. И потому мы стараемся его выпускать в такие моменты, где он ну, полезен, как бы, да. Только в этом. Он забил сейчас на кубок 4 гола, хотя мы играли с командой там ниже, как бы, с первой лиги, вот он забил 4 гола, и в чемпионате тоже забил 1 гол. Он за
за 3 игры 5 голов забил. Ну, играли, еще раз говорю, с командами, с которыми мы полностью доминировали. Kamil jest dobrym napastnikiem, ale specyficznym. Ciężko się gra, ciężko mu się gra z takimi rywalami. On się dobrze czuje, kiedy możemy pograć skrzydłami, atakować, kiedy czuje moment, może wykończyć sytuacje, które tworzymy. Natomiast tutaj była ciężka rywalizacja, trzeba było dużo biegać do przodu, do tyłu, cofać się po piłkę, walczyć, dlatego też zostawiliśmy go na ławce, przegrał rywalizację z innym napastnikiem i dopiero w końcówce wszedł. W lidze natomiast, czy w pucharze, strzelił ostatnio kilka bramek i w lidze, i w pucharze, więc tam się czuje dobrze, gdzie można grać w ofensywny futbol. Okay, thank you, colleagues. We will go.